Чао! Меня зовут Елена Сергеевна. А меня Валерия Юрьевна. И это шоу «Предварительные курсы Woman Style». И сегодня мы расскажем вам о том, как правильно себя вести девушке в Академии труда и социальных отношений. На первом этапе почти все девушки совершают очень много ошибок. И вот когда первый этап успешно пройден, можно двигаться дальше. Ни для кого не секрет, что все девушки много времени уделяют своему внешнему виду. Если вы хотите выглядеть сногсшибательно, то не стоит шокировать окружающих своим вызывающим внешним видом. Библиотеку зачастую ласково называют «колыбель знаний». В ней, как и везде, существуют свои правила этикета. Для девушки-студента это одно из самых сложных испытаний. Вот, когда вы усвоили эти правила, поздравляю, вы достигнете желаемой цели. Теперь вас будут ждать новые испытания, о которых мы вам расскажем в следующем выпуске. И помните, полюбите свою академию, и она обязательно полюбит вас. С вами было шоу «Предварительные курсы Woman Style» и ее ведущая Елена Сергеевна и Валерия Юрьевна. Чао! Чао! Меня зовут Елена Иванова. То не старайтесь шокировать себя и окружающих. Да. Это было... Библиотеку зачастую ласково называют колыбель. Правила этикета.